Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Стройгарант Анапа». Меня зовут Дарья, и сегодня я приветствую вас в жилом комплексе «Азовский». Прямо на въезде в город Темрюк компания «Стройгарант Анапа» строит жилой комплекс «Азовский». Это 150 участков с домами от 50 до 145 квадратных метров, выполненных в едином архитектурном стиле. В Азовском впервые в практике компании в качестве покрытия кровли используется гибкая двухслойная черепица «Технониколь Шинглас». Коллекция «Ранчо» – цвет бронза. Покрытие по качественным характеристикам намного лучше металлочерепицы. Специально для Азовского ведущим дизайнером «Стройгарант Анапа» создана современная стильная концепция южного дома, который замечательно вписан в окружающий ландшафт. Белые фасады и крыши с гибкой черепицы выигрышно выделяют дома на фоне всей окружающей застройки. Рядом с комплексом есть вся инфраструктура. Рядом школы, детские сады, больницы, банки, супермаркеты, а также лодочная станция, где летними вечерами вы можете покататься на лодке. Сегодня мы делаем обзор на настоящее семейное гнездышко. Сзади меня вы видите двухэтажный дом площадью 130 квадратных метров. Участок 5 соток, фасадная сторона участка огорожена забором из металлического евроштакетника, есть ворота и калитка, а я приглашаю вас внутрь. Фундамент предусмотрительно утоплен в землю на 70 сантиметров и связан монолитной плитой 16 сантиметров. Вокруг дома уложена отмостка. Место под машину и дорожка к дому отсыпаны щебнем. Нас встречает входная группа, крыльцо площадью 3,7 квадратных метра, на полу ударопрочная плитка, предусмотрительно установлен козырек и качественная входная дверь. Мы с вами находимся в прихожей, ее площадь 6,1 метр, она достаточно просторная, стены уже оклеены обоями в серых тонах, на полу уложена плитка, подключена система теплого пола. Как вы видите, здесь много дневного света благодаря большому окну. Под окном предусмотрительно установлен радиатор, чтобы было всегда тепло. Комната функционально зонируется, есть возможность установить большую полноценную зону хранения. Выведены все коммуникации, установлен щиток. Из прихожей мы переходим в коридор. Мы только что зашли с улицы, поэтому я предлагаю вам помыть руки и перейти в ванную комнату. Просторная ванная комната площадью 5,9 квадратных метров. Есть возможность установить стиральную и сушильную машину. В ванной комнате предусмотрительно установлен радиатор. Будет всегда сухо и тепло. Выведены все коммуникации и установлено достаточное количество розеток. Пойдемте дальше. Дом предусмотрен на большую семью и есть возможность разместить даже ваших гостей. Предусмотрено 4 полноценных спальных комнаты. На первом этаже расположена первая спальная комната площадью 15,4 квадратных метра. Пройдемте. Мы находимся в просторной комнате. Отличительной особенностью ее являются эркерные окна. Наверняка вы заметили, что здесь очень много света, и лично у меня сразу поднимается настроение. На стенах наклеены обои в приятных серых оттенках. Под каждым окном предусмотрительно установлен радиатор. В комнате выведены все коммуникации. Есть возможность установить сплит-систему. В комнате функционально расположены розетки под любые интерьерные решения. Также предусмотрен разъем для телевизора. На полу у нас качественный ламинат в приятных цветовых оттенках, потолок натяжной, а я приглашаю вас пройти дальше. Приглашаю вас подняться на второй этаж. Нас встречает качественная, безопасная деревянная лестница в благородных оттенках. Мы с вами находимся в коридоре площадью 10 квадратных метров. Стены наклеены обоями в единой цветовой стилистике. Застройщикам предусмотрительно установлены радиаторы даже в коридоре, для того, чтобы в каждом помещении у вас была комфортная температура. На втором этаже у нас 3 полноценные спальные комнаты, и я приглашаю вас в первую из них. Мы с вами находимся в самой большой спальной комнате площадью 17,2 квадратных метра. На полу уложен ламинат естественных оттенков, стены оклеены качественными обоями, установлен натяжной потолок, а для того, чтобы в комнате было тепло, под окном установлен радиатор. Как и везде, здесь большое количество розеток, в том числе под телевизор, удобно расположен выключатель и качественные межкомнатные двери. А я приглашаю вас дальше. Вторая комната площадью 15,1 квадратных метра. Окна выходят на юго-восток, и каждое утро вас будет будить ласковые солнечные лучи. Наклеены обои в единой цветовой стилистике, на полу ламинат, установлен натяжной потолок.
Третья комната на втором этаже выполнена в пыльно-розовых оттенках. Окна также выходят на юго-восток. Под окном вы видите радиатор. На полу качественный ламинат, большое количество розеток. Также обращаю ваше внимание, что в каждой комнате выведен разъем под телевизор и возможность установить сплит-систему. А я приглашаю вас дальше. Санузел большой, 6,5 квадратных метров. На стенах уложена плитка, на полу система теплый пол. Есть возможность установить большую ванную. Для того, чтобы в помещении всегда было сухо, установлен радиатор, есть естественная и принудительная вентиляция. Выведены разводки под все коммуникации, установлены розетки. Мы с вами находимся в кухне-гостиной поистине королевских размеров. Площадь комнаты 37,9 квадратных метров. Будущей хозяйке есть где применить фантазию в интерьерных решениях. Застройщик же со своей стороны постарался предусмотреть все возможные варианты. Есть много розеток, в том числе под телевизор, установлено несколько выходов принудительной вентиляции, возможность установить сплит-систему. А для того, чтобы в зоне гостиной всегда было тепло, под окном у вас располагается батарея. Наклеенные обои в единой цветовой стилистике во всем доме. Есть возможность установить полноценную большую рабочую зону в кухне. Выведены все коммуникации, в том числе под двухконтурный электрический котел. На этом наш обзор не заканчивается. Такое семейное гнездышко не может обойтись без просторной террасы. Я приглашаю вас на улицу. Мы с вами находимся на просторной террасе площадью 22,6 квадратных метра. На полу ударопрочная плитка. Выведены уличные розетки и освещение. Если вы увидели себя хозяевами этого дома, звоните нам по номеру, который вы видите внизу экрана. Ознакомиться с возможными проектами домов вы можете на нашем сайте www.sga23.ru. До новых встреч! Всего доброго!